Ребята, всем привет, с вами Егор и одна достаточно известная певица под именем Тувилу не дала мне сегодня нормально поспать с утра, потому что первая моя мысль, как только я открыл глаза, было: о боже, сегодня выходит EP, который я ждал миллиард лет, Тувилу и SG Lewis. Обоих я люблю всем сердцем, оба для меня являются величайшим открытием 2010-2020-х, именно в поп-музыке, в электронной даже музыке. Значит, сегодня мы смотрим с вами один клип, который вышел в поддержку этого EP под названием «Хит». И слушаем остальные три, к сожалению, трека с EP «Хит». Я уже гарантирую вам, что это будет разъебище башки, разъебище всех органов, это 100%. По-другому у них в совместке не бывает. Например, у Тувилу в том или в позатом году вышел альбом «Dirt Femme», который был наполовину спродюсирован SG Lewis'ом, и это просто один из лучших альбомов, поп-альбомов 2010-х, обязательно послушайте. Также в этом году, недавно у этой коллаборации вместе с Нелли Фуртадо еще вышел сингл под названием Love Bites, тоже у меня есть реакция, наверное, под VPN'ом где-то на канале. Вот, и это пока что моя любимая поп-песня 2024 года, пока что. В общем, поехали. Перед тем, как я начну реакцию, хочу сказать о том, что у меня есть Boosty, ссылка на него находится внизу, там выходят полные версии всех реакций, также там выходят реакции, которые я по тем или иным вариантам не могу продвинуть на YouTube. Также там выходит эксклюзивный контентик, и если вы хотите задонатить мне на любую реакцию, то внизу есть ссылка на донаты на Boosty, либо на карту. Также подписываемся ко мне в Telegram-канал, можем с вами там общаться, и я уже не могу пиздеть. Поехали. Лайки, подписки, комментарии. Смотря на то, что трек «Хит» находится в конце EP, я хочу начать именно с него, потому что official music, сука, видео. Поехали. Так, ну такое, короче, походу на YouTube не посмотрим, я имею в виду на российском, да? Раньше она была похожа для меня на старую алкашку, как я прямо, да? То сейчас она прямо... Ну, это не нити, наверное. Может быть, просто более качественный мейк сейчас. Я уверен, что выпущена в честь Прайда, да? Сейчас же месяц. И, ну, честно, вся эта пропаганда... Вот такая дичайшая, нативная, прямо в лицо и порнушная для меня всегда была... Ну, типа, а зачем? Странно, что я смотрю сейчас это без VPN. Прикиньте. Все, я уже запомнил. Зачем мне это прямо в лицо с самого утра? Зачем? Твою мать! Чё за нахуй? Ютуб, я здесь ни при чем вообще. Ок? Что сиськи, блядь? Ребят, я не знаю, такое можно вообще впульнуть на Ютуб? Ну, коль как бы это есть на Ютубе, то я думаю, возможно, да? Но это прям какой-то... Это переход с грани всех даже для меня. То есть я люблю эпатаж, я люблю сам эпатировать, я люблю... Ну что, я люблю раздеваться, я думаю, кто подписан... На мой инстаграм это понимает. У меня иногда бывают достаточно такие жесткие тоже вещи там. Но, во-первых, давайте начнем с песни. Это не хит. Меня не зацепила песня. I already know, you can't take the heat. Опять же, это как вот из Charli XCX, это не песня, это диджей-трек.
Вот так вот. Не было какого-то цепляющего фактора для меня. Sorry, я очень обожаю дуэт. Сделано опять все качественно, очень по стандартам новой поп-музыки, очень современно, но не. По поводу клипа, в общем, все очень ярко, все к тебе в лицо, все очень unapologetic, но, если честно, я не фанат вот таких вот, когда все слишком открыто, как сказала Грановская в шоу «Хочу Виагра», нужно оставаться с чувством хоть какого-то голода, а я сыта, ну, это ее цитата, я пересытился, некоторые из этих сцен я бы точно обрезал, либо заменил бы на что-нибудь другое, потому что слишком, очень. Не думайте, что я дед, я говорю, я опять же, я из тех, кто за все, и я тоже люблю всякие вот такие штучки. Вот, ну просто... Это некрасиво сделано. Это не вызывает шок, это вызывает отвращение. Некоторые сцены, некоторые. А так, в целом, клип в стиле Тувилу. Да. В общем, ну как-то так, ребят. Давайте перейдем к EP, может быть, там будет что-то получше и поценнее. И первая песня с EP называется Desire. Как я понимаю, мы заходим в конец 90-х, начало 2000-х, да, по саунду. Девяностые скорее, да. 98-й. Давай. Да, я оставляю. Вот это вот пи-пи-пи сделало для меня все. Все. Я оставляю, ребят, конечно. Может, даже и не 90-е. Ну, там было, там просто все похоже, и с развитием это было. 2009-е года, 2008-е, 2009-е тоже есть здесь. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. О, боже мой, это круто! Я теперь петь не могу романтические песни, а тут прямо, ну, пропитано все вот этими соплями. Вот, если честно, склеено ими. Вот, но тут меня спасает мелодия и музыка. Боже мой, это... Давай. Сегодня у нас еще такая погода серая. Как будто бы будет ливень. Я сегодня собрался в бабушкинский парк. Ну, парк на станции Бабушкинская, и все, эта песня спасет мой день. Она его начнет. Я как будто заряжаюсь жизнью от этого. Мне что-то... Это похоже, как будто бы сейчас будет переливание в другую песню. Как будто бы реально диджей-сет. Вот даже...
Следующая песня называется Busy Girl. Переливания не было. Ну ладно, но это было похоже. Busy Girl. One, two, three, four. Let me see if you want some more. Push it, push it. Watch me work it. I'm perfect. Simple. Уезжаем нахуй! Оставляю, оставляю, ребят. Это вот то, что я ожидал от альбома Charli XCX. Спродюсировано все настолько умно и настолько... Вот с чувством того времени. То есть реально звучит современно, в то же время звучит винтажно. Винтажно, господи, 2009 уже в принципе винтаж. Ребята, этот трек мне понравился чуть меньше предыдущего, но чисто повайбить, чисто выпить под это, потусить где-нибудь, врубить по фану, это да. Мне кажется, если эта песня получит достаточный промоушен, она вполне могла бы быть хитом в ТикТоке где-нибудь. В общем, давайте дальше. Эту песню я тоже сохранил, естественно. А последняя песня под названием Let Me Go, Oh-Oh. Мне очень нравится вот этот вот сэмпл. Как обычно, без занозы в жопе, у меня отключился телефон из-за отсутствия памяти. Поехали дальше. Меня раздражает, что это? Если кто знает, какой здесь использован сэмпл, то отпишите, пожалуйста, в комментах. Я уверен, что это все состоит из сэмпла. Потому что я где-то это уже слышал. Вот это самая красивая часть. Она прям в стиле Дувилу. Прям вообще очень даже. Вот что за сэмпл? Вот что это такое? Ну что, ребята, это был альбомом, это, конечно, слово, альбомом это не назовешь, это была эпишка с 4 песен, мне очень жалко, что всего лишь 4, сколько они записывали это, блин, они рекламируют уже, наверное, месяца, ну, 2 этот EP, но могли бы что-то и в
впихнуть еще. Тем более эти песни не особо-то и, ну, как бы, чтобы их сочинить, не особо нужен талант и мозги. Ну, честно, то есть, это прямо клубняк. Это клубняк 2009-го, а также 1998-го. У меня вот соединились два этих года во всем. Если я хоть немножко разбираюсь в электронике, мне очень понравились эти... Так, нет, давай мы уберем очень, потому что по сравнению с тем, что SG Lewis делал с ней в Dirt Fam и с Нелли Фуртадо, здесь мне просто понравились эти песни. Кроме хит, хит и Let Me Go для меня, ну, для меня слабее, чем Desire, это мой любимый. Трек с EP, один, наверное, станет из любимых вообще у Туви Лу. Busy Girl, как я уже и говорил, выпить, поденсить, поебаться. Let Me Go охуенный сэмпл, скажите, что это? Возможно, это и не сэмпл, я не знаю, но как будто бы я вот это слышу уже. Все не похоже. Вот, и хит удивил только клип. Песня среднячком. Вот, в целом, наверное, если бы я делал рейтинг, я бы дал этому альбому цифру 7 из 10, вот так вот. Miss Pitchfork. Я уже жду, когда я себе скачаю Desire и пойду сегодня гулять под проливным дождем, смотря на растущую, оживающую природу и ненавидящих все вокруг меня людей. И если вам понравилась эта реакция, то обязательно поставьте лайкос. Также обязательно подписка на канал, комментарии внизу. Подписываемся ко мне на Boosty, там будет полная версия. Также, если вы хотите задонатить мне на любую реакцию, то внизу есть ссылка на донаты на Boosty, либо на карту. Размер доната зависит от вас. Подписываемся ко мне в телеграм-канал. И все, пока!